Сотрудники, которые проходят диспансеризацию, теперь имеют право на дополнительный выходной. Для граждан предпенсионного и пенсионного возраста продолжительность составит 2 дня, остальные для обследования могут взять 1 день. Оплачивать его будут по среднему коэффициенту заработка. Многодетные родители теперь могут выбирать и настаивать на удобном для себя времени для внеочередного отпуска. Такое право предоставлено тем, кто воспитывает 3 и более малышей в возрасте до 12 лет. Меняются правила признания человека инвалидом. Подать заявление на проведение медико-социальной экспертизы теперь можно через интернет-портал госуслуги. Здесь же граждане смогут получить копии акта и обжаловать решение бюро. С 1 октября повышается ставка НДС на пальмовое масло. Если ранее она составляла 10%, то теперь будет 20%. А вот на фрукты и ягоды ставка НДС, напротив, снизится с 20% до 10%. С сегодняшнего дня законодательно запрещено использовать помещения, комнаты многоквартирных домов для предоставления гостиничных услуг. Изменения вводятся в Жилищном кодексе. Хостелы, гостиницы, находящиеся в домах, просто закроют. Контролировать теперь будут и интернет. Новый закон нацелен на обеспечение безопасности. Вся почта, переписки, письма, вложения будут храниться в течение месяца на специальном сервере. Это позволит сотрудникам спецслужб получать доступ к перепискам и письмам граждан в короткие сроки без препятствий. Евгения Доровская, «День с толком».